Последние дни апреля в Чувашии выдались дождливыми. После осадков на небе раскинулась яркая радуга. Однако жители юго-западного района Чебоксар любовались не природным явлением, а грязевым месивом, которое на улице Гражданской окружает одну из остановок, а точнее бетонную плиту вместо нее. Добраться до общественного транспорта и при этом не испачкаться – настоящий квест для горожан. Что случилось с соснами на Красной площади? Беспокоятся пользователи соцсетей. Декоративные деревья в столице посадили всего 2 года назад. А сейчас их хвоя вся желтая. В комментариях чебоксарцы удивляются. Неужели за деревьями никто не следил?